Я рада знову вітати вас у нашому клубі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як віднайти свій стиль та завжди виглядати елегантно. А також ми поділимося секретами корисного обіду і приготуємо вітамінний салат. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Почуття стилю – досить тонка річ. Комусь з легкістю вдається створювати образи, а для когось часом це проблематично. Але не варто засмучуватись. Вміння вдягатися зі смаком можна навчитися. Головне – дотримуватися певних правил. Отож, як завжди виглядати вишукано, елегантно та жіночно – про це говоримо із стилістом Лесею Гайван. Вітаю вас, Лесю! Для початку хотілося б дізнатися, яке створюємо враження, коли ми вдягаємо ту чи іншу річ, і що кожна річ може сказати про нас. Ви знаєте, все залежить від того, яке впечатлення ми дійсно хочемо производити, яке нам потрібне впечатлення производити на даний момент. Дело в том, что когда мы выходим из дому утром, чаще всего, да, чаще всего, когда вот у нас большинство одевается утром на работу, да? Какое впечатление мы хотим производить? Какое впечатление нам нужно произвести именно на работе? По дороге на работу, как нам нужно настроиться. И вот в этом очень большое влияние здесь на это именно оказывает одежда. Почему? Потому что, когда мы одеваем деловой костюм, мы сразу преображаемся. Да? Мы сразу, у нас спинка выпрямляется, мы сразу настраиваемся на деловой лад. Когда мы надеваем джинсы, когда мы надеваем какую-нибудь футболку, мы сразу уже становимся более расслабленными. Когда мы идем на свидание, когда нам нужно выглядеть романтически, да, когда нам нужно завоевать мужчину, здесь мы уже надеваем совсем другую одежду и ведем себя совсем по-другому. Мы подбираем другие аксессуары. Аксессуары, которые будут более вольные, более свободные, более романтические. Вот для того, чтобы произвести нужное впечатление, нужно сначала разобраться, какое же действительно я впечатление хочу производить. Обычно, когда на своих мастер-классах или даже когда я провожу занятия в школе стиля, на самом первом занятии мы всегда говорим о том, что нужно наблюдать за людьми. Я всегда рекомендую, наблюдайте за людьми на улице. Смотрите, как люди ходят, чем люди ходят. Фантазируйте, анализируйте, кто это может быть на данный момент. Куда идет эта женщина, вот именно в такой одежде. Куда идет этот мужчина, именно в такой одежде. Что они хотят сказать своим внешним видом, какое впечатление им нужно произвести. И вот когда мы начинаем наблюдать за людьми, мы не критикуем, мы просто наблюдаем и анализируем. Мы делаем выводы для себя. И когда мы делаем выводы для себя, когда мы анализируем, мы начинаем лучше понимать, как нам нужно выглядеть, какое впечатление нам нужно производить. И всегда рекомендую, самый простой секрет, самый первый, самый простой секрет – фотографируйте себя. Фотографируйте себя каждое утро. В конце недели просмотрите все эти фотографии и посмотрите, какое впечатление я производила, насколько эта одежда меня украшала или не украшала. Чому для жінки важливо віднайти свій стиль і як це зробити? Тобто, як обрати колір одягу, як обрати фасон, аби він личив саме цій жінці? Слово «стиль» має взагалі дуже багато значення. Да? Ну, то, що ми, о чому ви мене спрашуєте і о чому ми сьогодні з вами говоримо, це ми маємо в виду індивідуальний стиль, той, який буде украшати жінку. Я правильно поняла? И тот, который, и вот для того, чтобы найти то, что будет украшать женщину, то, что будет делать ее образ гармоничным, нужно сначала понять себя. Нужно понять, какое, вот опять же, к тому, какое впечатление я хочу производить. И вот когда мы разберемся, какое впечатление я хочу производить на данный момент, и вот от этого нужно и отталкиваться. От этого нужно уже и выбирать непосредственно свой стиль. Обязательно, что нужно, самое первое и самое важное, это, конечно же, цвет. Сейчас много говорят в интернете, очень много можно найти различных статей. Вообще в интернете можно много найти очень разной информации. И говорят о том, что любой цвет идет. Да, всем идут все цвета. Но нужно понимать, что у каждого цвета есть огромное количество оттенков. И вот нужно знать именно свои оттенки, те оттенки, которые будут украшать каждого из нас.
Потому что у каждого из нас свой тип кожи, у каждого из нас свой не просто типаж, холодный или теплый, а еще и окраска получается. То есть у кого-то светлее, у кого-то бледнее кожа, у кого-то темнее кожа. У каждого из нас свои глаза, индивидуальные, а свои особенные глаза, губы, свой овал лица. И для этого свой цвет волос, который тоже играет определенную роль для подбора цвета. Он может либо усилить цвет, либо наоборот снизить его градус. И вот когда мы понимаем, какой у нас типаж, холодный или теплый, тут мы и подбираем уже либо холодные цвета, либо теплые цвета. Иногда бывают смешанные. Но это очень редко, и здесь уже должен работать уже больше специалист, потому что здесь нужна просто очень тонкая грань такая между ними. И когда мы выбираем, самое важное, когда мы ищем свой стиль, когда мы подбираем свой стиль, самое важное – это, конечно же, выбрать те цвета, которые нас украшают. И вот когда мы холодные или теплые, вот это первое, на что нужно обратить внимание. Второе – это фасоны. Мы, опять же, индивидуальны. Мы индивидуальны даже в форме фигуры, какое у нас тело, какой у нас типаж фигуры, какие у нас особенности. У кого-то может быть красивые ноги, у кого-то их нужно скрывать, у кого-то тонкая талия, а у кого-то не очень. И вот с помощью одежды можно, если поиграться, если знать себя и понимать тонкости своей фигуры, можно понимать и знать, и подобрать именно тот фасон, который украсит именно вас. Следующий – это у нас идет, первое – это у нас цвет, второе – это у нас идет фасон одежды, и третье, получается, для стиля, что очень важно, это очень важно именно найти свой природный стиль. Почему природный? Что это такое? Это самый простой пример. Кому-то больше подходят романтические платья, легкие, воздушные. И женщина в этих платьях смотрится очень красиво. А кому-то больше подходит, допустим, стиль милитари, более спортивный стиль. И спортивный стиль – это не спортивный костюм. Спортивный стиль в стилистике – это разбивка между верхом и низом. То есть низ, допустим, это джинсы, а верх – это может быть либо футболка, либо рубашка, либо блузка. Это и есть вот спортивный стиль. Кому-то больше подходит именно эта одежда. И здесь вот, ну, кому-то подходят больше, допустим, классические платья, платья-футляры, а кому-то они не очень. Кому-то больше подходят платья с А-образной юбкой. Здесь вот нужно смотреть на природный стиль. И вот природный стиль нам может помочь нас преподнести именно в том свете, в котором мы хотим. И четвертое, на что обязательно нужно обращать внимание, это уместность. Куда и какую одежду мы одеваем. Потому что одно дело, когда мы идем в спортзал, другое дело, когда мы идем на свидание, и совсем третье дело, когда мы идем на работу, допустим, в офис. Лесі, от для багатьох жінок дуже важливо одягатися по-діловому. Але в той же час кожна жінка прагне виглядати якось ніжно, елегантно, в той же час і жіночно. От як цього досягти саме діловій жінці? В первую очередь нужно обратить внимание, опять же, на цвет. Можно поиграться с цветом. Потому что мы привыкли, что деловой стиль – это больше всего это идет юбка-карандаш, да, это вот рубашка. Но нужно понимать, что рубашка, допустим, белый верх, темный низ, как мы обычно привыкли, да, в деловом стиле, в офисном стиле, это больше образ секретарши. И он довольно-таки скучен. И если нет определенного дресс-кода у вас на работе, нет определенного дресс-кода в офисе, можно поиграться с цветом. То есть можно заменить белый верх, можно заменить на различные, допустим, пастельные цвета. Это можно взять и там бежевый, бледно-розовый, допустим, это бледно-зеленый, очень красиво оливковый будет смотреться. Вот заменить верх на более яркие цвета. Допустим, можно дать более яркие. Сейчас особых дресс-кодов, особо строгих дресс-кодов вообще-то в офисе мало где можно найти. Поэтому мы можем использовать именно цвет. Цвет. Мы можем взять вниз, допустим, юбку или брюки другого цвета, не обязательно черного. Черный – это довольно-таки скучный, и черный – очень довольно-таки строгий цвет. Если не нужно вам производить строгое впечатление, играйте с цветом, играйте, подбирайте различные цвета. Берите верх одного цвета, низ другого цвета. И таким образом вы можете привнести вот именно нотку интереса в ваш образ, в офисный свой стиль.
Второе, это опять же мы можем играть с фасонами, то есть мы можем подобрать здесь интересный крой, мы можем подобрать здесь очень интересные блузки. Сейчас огромный выбор различных блузок есть, и блузки не обязательно это, чтобы это был рубашечный стиль, именно как рубашка выглядела. Как... Поэтому подбирайте здесь различные с воланами интересные, с вырезами интересные. Но нужно понимать, что все-таки деловой стиль – это деловой стиль. И такие вещи, как, допустим, кружево и прозрачность, все-таки в деловом стиле, в офисном стиле неуместны. То, что мы часто можем встретить, к сожалению, в наших офисах. Да. То есть прозрачность мы оставляем на более вечерние варианты или на встречи с подругами, друзьями, более на клубные встречи различные. Это то, что касается вот именно непосредственно делового стиля. Вот мы можем поиграться именно таким образом. Плюс еще добавить, конечно, аксессуары. Это интересные сумки ярких более цветов, это обувь более яркая. Можем дальше украшения. Платки очень хорошо используются, платки на шейные. Платки можно использовать тоже во многих вариантах. И если не научиться интересно повязывать платок, мы можем каждый день выглядеть по-разному. И вот для того, чтобы разнообразить, мы можем использовать именно эти три пункта. Еще я рекомендую, это можно использовать жилеты. Ой, жилеты сейчас в моде уже который год, в моде длинные жилеты с различными вариациями, с поясами, без пояса. Они тоже очень хорошо разнообразят офисний стиль. Враховуючи сучасний ритм життя, для багатьох дуже важливо, щоб протягом дня відчувати себе зручно в одязі, тобто брати комфортний одяг. Але чи можна поняття комфорту поєднати із жіночністю? Які це можуть бути варіації одягу? Одежда может быть и комфортной. Она должна быть удобной и комфортной. Тем более, что нынешние модные тенденции нам предлагают огромное количество удобной одежды. И в первую очередь именно к этой удобной одежде относится такая ткань, как трикотаж. Вот трикотажная одежда – это та одежда, которая будет, в которой нам будет удобно и комфортно. Но нужно, конечно, посмотреть, нужно примерить и понять. Трикотаж не должен обтягивать. То есть мини-платье, знаете, вот именно то, что будет. Если у вас есть лишний вес, если у вас не идеальная фигура в вашем понимании, и когда вы смотрите на себя в зеркало, вы надели платье трикотажное, и оно вас обтянуло полностью и показало все ваши складочки на вашем теле, и плюс еще и животик, то желательно, конечно, такую одежду не носить. Почему? Ну, потому что это не совсем красиво смотрится. Тогда, когда все-таки не только вы видите ваш лишний вес, а и видят еще и другие люди. Если, какое впечатление вы хотите произвести? Вы хотите произвести впечатление женщинам, у которой есть лишний вес? Тогда, да, пожалуйста, вы можете надевать такое платье. Но если вы не хотите такое впечатление производить, тогда желательно трикотаж, который будет более свободен. И он трикотаж комфортен, трикотаж мягкий, трикотаж интересный, различные оттенки сейчас. Есть тонкий трикотаж, есть более грубый трикотаж. И вот именно трикотажные вещи нам помогают выглядеть очень даже элегантно, может быть, в какой-то степени. Почему? Потому что трикотаж, во-первых, он не мнется. Да? И сейчас, кстати, очень много на рынке тканей, которые не мнутся. Вот подбирайте именно те ткани, которые будут приятны к телу, которые будут удобны, в которых вам будет комфортно. Трикотаж – это гольф, это трикотаж – это кардиганы, которые можно надеть и поверх даже юбки карандаша, и поверх брюк, и поверх любого вашего образа. Главное, чтобы по цвету и по стилю он подходил. Потому что если мы подбираем стиль, допустим, офисный стиль, деловой, поэтому мы тогда все стараемся подбирать. Вот есть в стилистике есть два основных, как я считаю, стиля. Это стиль «Энергичный город» и «Элегантный город». И вот деловой стиль – это больше элегантный город. Это тогда, когда здесь более гладкие ткани, здесь минимум принтов идет, здесь более ткани, если это трикотаж идет, то здесь нет выпуклости, нет рельефности на трикотаже. А все остальное, это уже идет к энергичному городу. Там уже и джинсы, там уже и брюки различные можно носить. А элегантный город – это ткани, это платья на подкладке идут. И вот трикотаж можно носить для того, чтобы использовать их и в блузках сейчас используют, их и в юбках, их и в брюках. Трикотаж используется сейчас везде. Вот это элегантно и комфортно. Еще мы используем удобную обувь.
Вот дело в том, что если вы в офисе ходите, в, допустим, в туфлях, туфли-лодочки используете, туфли на каблуке, то дойти до работы не обязательно в таких же туфлях, не обязательно на высоком каблуке. Видно, до работы можно и дойти и в кроссовках, а на работе уже переобуться. Знаете, что интересно, что очень многие женщины почему-то до этого не додумываются. Когда мы разбираем с ними гардероб, когда мы смотрим, разбираем их образы, и почему-то все считают, что вот нужно идти именно в той обуви, в которой вы будете на работе. Да нет, но ставьте на работе эти туфли, красивые, замечательно все. А по нашим дорогам пройдитесь, пожалуйста, лучше всего, конечно, ходить в кроссовках. Это кроссовки, это балетки, это туфли без каблука. Если тут ничего нам не мешает дойти до работы, в другой обуви на работе переобуться. И вот тогда и у вас и ножки не устанут, и вы будете выглядеть и чувствовать себя комфортно. Олеся, бывают такие ситуации, что жінки купують одяг на емоціях. Під час знижок, якихось свят, а потім виявляється, що цей одяг не можна вдягти до іншого одягу, який вже є. Тобто він не вписується в той гардероб, який вже існує. Як уникнути таких ситуацій і чи якісь рекомендації стосовно вибору одягу? Покупка одежди на емоціях – це обичне діло наших жінок. Ми жінки дуже емоціональні. И поэтому у нас срабатывает внутренняя девочка, ой, увидела, ой, красиво, нравится. Что нужно делать для того, чтобы этого не делать? Мы очень часто это покупаем именно на распродажах, чаще всего, потому что, ой, цена понравилась, и поэтому, а почему бы и не купить, пусть будет. Когда мы покупаем вещь, очень важно остановиться и подумать, с чем я эту вещь буду носить. Если у меня в гардеробе те вещи, с которыми я смогу комплектовать именно эту вещь на данный момент. И чтобы не получилось так, что вы купили сумочку, а потом в конце концов оказалось, что она ни к чему, допустим, не подходит, да, или, допустим, платьице или еще что-нибудь. То есть ваша задача – остановились, поразмыслили, подумали, ага, вот есть юбочка, а если у меня к ней кофточка, а хорошо, а если у меня к этой, допустим, если у меня блузочка, а если у меня к этой блузке, допустим, к этой блузке, к этой юбке, если у меня туфли, а если у меня к ним сумочка, а если у меня какие-нибудь украшения. Если вы на все вопросы ответили «да», смело покупайте. Если вы на один вопрос ответили «нет», допустим, стоит подумать, но тоже можно покупать. Но если уже больше вопросов, если уже больше ответов нет, тогда не покупайте ни в коем случае, потому что вам полностью придется подбирать новый образ именно для этой юбки. Леся, я дякую вам за такі чудові поради. Впевнена, що вони обов'язково допоможуть нашим глядачам у виборі свого стилю, свого одягу. Шановні жінки, не бійтеся експериментувати, не бійтеся нових відкриттів і пам'ятайте про свою унікальність. І що найкращий стиль – це власний. Настав час обіду. Що можна приготувати на обід із того, що є під рукою? І дуже важливо, коли в нашому обіді присутня зелень та місцеві овочі та фрукти. З вами сьогодні ми приготуємо салат. Салат у нас буде з помідорів, огірків, болгарського перцю, зелені, сиру фета та різних спецій. Для того, щоб збалансувати його, щоб отримати всі 6 смаків по аюрведі – солодкий, кислий, солоний, гострий, терпкий та в'яжучий. І я розкажу, як зробити його смачним та корисним. Він може йти до основного вашого гарніру. Тому перше, ми чистимо помідори та огірки. Я користуюсь таким керамічним ножем, тому що коли овочі і фрукти стикаються з металічною поверхністю, вони окисляються. І тому корисніше, коли це кераміка. Тому для зелені, для фруктів і для овочів мені дуже подобається кераміка і керамічні ножі. Там кожен може робити таку нарізку, як йому подобається. Головне не відрізати палець собі керамічним ножем. Тому що вони дуже гострі, їх не потрібно точити. Так, ми робимо там на одну-дві людини. Огірок. Я дуже люблю жовті помідори. Вони не такі кислі. І вони надають нашій страві яскравості. Дуже важливо, коли їжа на столі різнокольорова. Коли є і червоний, і зелений, і жовтий кольори. Так.
зелені у нас буде рукола. Її можна як порвати на окремі такі листочки. Рукола буває різних розмірів. Це, вона дуже схожа на чесночну траву. Вона має такий гострий присмак. І вона класна для профілактики вірусних інфекцій, а також покращує травлення. Тому я зроблю її такою. Зелені має в салаті буде багато. Чим більше, тим краще. Тому краще, щоб салат був більш зелений. І петрушка. Також наша місцева, улюблена петрушка. Вона також дуже корисна і вона допомагає перетравлюванню. Так. Також до помідорів і огірків ми додамо болгарський перчик. Нарізка залежить від ваших, як вам більш подобається. Якщо ви любите дрібну нарізку, робите дрібніше. Я люблю крупну, я люблю відчувати присмак того, що я їм. І також я дуже люблю сир фета. Він такий солоний і це білок. Тому в обід це нормально, коли організм може перетравити будь-який вид білку. Тому в салат можна додати трошечки сиру. Може хтось подумає, що це дуже схоже на грецький салат, але так як оливок зараз не консервованих немає, є тільки консервовані, а зараз літо і консервована їжа не дуже корисна, тому ми зробимо його дуже схожим на грецький салат, але він буде з тих продуктів, що у нас є в наявності. Ми нарізали сир фету, далі спеції або масло. Я думаю, що для цього салату дуже добре підійде льняне масло. Можна навіть шматочки льону просипати зверху. Масло має бути не дуже багато. Масло ми будемо поливати наш салат. Я думаю, що трошки більше чайної ложки буде досить. Далі моя улюблена спеція – чорний перець. Він містить собі по аюрведі всі 6 смаків, окрім солоного. Тому у нас вже солона фета є. Далі я трошечки добавлю індійської чорної солі. Вона багата мікроелементами і мінералами. Винятковою особливістю її є багатий природний склад. Вона містить понад 74 натуральних мінеральних з'єднання, включаючи фтор, йод, калій, сірку, залізо та інші. На смак сіль ніжна та чудово поєднується зі свіжими овочами та листовими салатами. Особливий запах солі обумовлений вмістом сірководню. Вона й такий сірководневий присмак, тому так як я не використовую яйця в своїй кулінарії, то іноді, щоб отримати оцей запах, можна побільше солі, і вона буде давати такий яєчний присмак. Замість луку аюрведа не використовує в кулінарії лук та часник, тому що вона вважає, що це ліки, що вони мають лікувати організм. І в повсякденному житті ми використовуємо асафетиду. Це такий замінник природних луку і чеснику, він має такий самий присмак, як лук та чеснок, але корисність асафетиди набагато більша і також вона вирівнює гормональний жіночий фон. Тому у нас замість луку та чеснику буде така приправа, як асафетида. І одна з моїх улюблених спецій – це калінжі. Дуже красива спеція, яка зовні виглядає на насіння луку. В аюрведі використовується як чай, як спеція до різних овочів та фруктів. Я використовую її в салатах, вона також дасть невеликий такий луковий присмак. Можна побільше, щоб це було так красиво. Можна подавати до столу в такому вигляді, а потім перед гостями вже перемішати. Можна зараз перемішати.
можна на свій присмак додати або насіння льону, насіння соняшника, можна додати кедрові горішки, було б також дуже смачно з руколою вони поєднуються. Можна додати мигдаль, можна підсмажити грецький горіх. Було б дуже-дуже смачно. Ну, ось так наш обідній салат домашнього приготування готовий. Смачного всім апетиту! На цьому наша програма завершується, але вже за тиждень ми знову ділитимемося жіночими секретами. Творіть, змінюйтесь і вдосконалюйтесь разом з нами!